Александр пришел на семинар за новыми знаниями. За его плечами огромный опыт работы в социальной сфере. Раньше он трудился директором базы отдыха, сейчас хочет помогать людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мужчина планирует открыть социальный пансионат. Считаю, что это перспективный вид деятельности. И пришел сюда, чтобы еще расширить свой кругозор. Ну, надеюсь, получу те ответы, те вопросы, которые у меня есть. К социальному бизнесу в России относятся предприятия, на которых трудятся инвалиды, одинокие, многодетные родители, пенсионеры, выпускники детских домов и люди из мест лишения свободы. В большинстве своем те, кто решает посвятить себя этой сложной области бизнеса, новаторы. Они способны сплотить вокруг себя единомышленников, найти необходимые ресурсы для решения социальных проблем и объединить собственные знания с самыми современными технологиями. На сегодняшнем семинаре мы уделим большое внимание, где найти деньги для своих социальных проектов, потому что российское государство предлагает огромное количество возможностей для социальных предпринимателей. Вы можете сделать не только огромный социальный вклад в развитие нашего общества, подарить новую жизнь нашим пенсионерам, старикам, инвалидам, но и построить успешный бизнес. Организатором бизнес-семинаров, которые проходят практически ежедневно, выступает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Сейчас мы приглашаем вас совершенно бесплатно с тренерами, которые прошли обучение и рекомендованы Минэкономом развития и университетом Синергии. Они у нас сертифицированы, знают, как вовлечь аудиторию в процесс, как передать свои знания. Поэтому ждем вас. До конца года в Самаре проведут еще 4 семинара для начинающих и уже сложившихся бизнесменов. Им расскажут о юридических аспектах предпринимательской деятельности, о том, как правильно открыть свое дело. После каждого тренинга любой желающий сможет получить индивидуальную консультацию. Участие бесплатное. Анатолий Головко, Константин Головин. События.